Новый год – время подарков. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны. Полковник в отставке Николай Иванович Михайлов недавно отметил столетний юбилей. Да. Вы наш премьер. Мы вас приводим всем. Всем, кому тяжело, мы говорим. Сколько вам лет? 45, говорят. Понятно. Николай Ивановича видели? 100. Герой войны и труда вручили продуктовую корзину и благодарственное письмо.